Так, народ, вот у нас в бутылке концентрат антифриз G12+, Sky. Хочу проверить, замерзает ли он до минус 23 или нет концентрат, потому что некоторые наши клиенты говорят, что при минус 8 концентрат замерзает, потому как он еще не вступил в реакцию с водой и своих свойств еще он показать не может. Сейчас закинем часика на 4, посмотрим. Значит, морозилочку. Опа. Да, иди сюда. Ставим морозилку на минус 23. Все, через 4 часа вернусь. Так, прошло уже время. Блин, на улице темно. Достаем. И что мы видим? Каким ты был, таким ты остался. Чуть-чуть густее, чем я его ложил, но он не замерз. Даже концентрат, так что. Неправда. Концентрат может замерзнуть. Кабине. Минус 23, никто не убавлял. Ничего не стал убавлять.